Эти результаты, как заявил его представитель, сомнения вызывают цифры на общем числе проголосовавших. По данным избиркома, в голосовании приняли участие 8 миллионов человек. Сторонники Абдуллы Абдуллы считают, что их не может быть более 7 миллионов. Новости спорта. В студии Михаил Кедровский. Здравствуйте. На игре Бразилии в полуфинале мирового первенства по футболу против Германии сильно скажется отсутствие ее капитана Тиаго Силвы, так считают специалисты. Защитник бразильцев пропустит встречу из-за перебора.